Почетный грамотный Общероссийский профсоюз образования Октябрьского района организации города Уфы, Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации награждают Иждаблетова Мираса Рашитовича, воспитателя... Союза работников народного образования и науки Российской Федерации награждают Рогову Ларису Михайловну. Достойно отмечен, я думаю, что вы все со мной согласитесь, получать награды всегда приятно, да, и думаю, именно колоссальный вклад в деле воспитания подрастающего поколения и воспитание именно лауреатов достойно этому преподавателю. Министерство образования Республики Башкортостан награждает Банникова Владимира Николаевича, отличник образования Республики Башкортостан. Юбилей, я думаю, что мы к этому еще будем возвращаться. Самое главное, будьте здоровы, счастливы, любимы и востребованы. Учитель – это, не скажу, что самая главная профессия, но одна из главных. Я думаю, что ни один врач, ни один водитель, ни один повар не состоялся бы без учительского труда. И мы с вами должны гордо носить это звание учителя. Учитель – это, я бы даже сказала, образ жизни. Это действительно призвание. Вы все огромного уважения, почета заслуживаете. Спасибо всем огромное. С праздником вас! Спасибо, Эльмира Павловна. Минуточку внимания. Еще один приятный момент. Я от всей души присоединяюсь ко всему вышесказанному
И хочу, в свою очередь, от имени профсоюзной организации вручить почетную грамоту Сафиной Эльмире Рафаэловне, директору государственного общеобразовательного учреждения Республиканской гимназии-интернат имени Газиза Аль-Мухаметова за многолетний добросовестный труд в развитии подрастающего поколения, за большой вклад в развитие социального партнерства в сфере образования. Роберт Шуман, веселый крестьянин, исполняет ученица 5 А класса Багал Ирина, класс преподавателя Бергазовой Виктории Александровны. В нашей стране с 1965 года, а Всемирный день учителя был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1994 году. С тех пор ежегодно 5 октября этот праздник отмечается в более чем 100 странах мира. В день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует День педагога. Праздник мудрости, знаний, труда. День учителя! Вслушайтесь сердцем в эти звуки, что дороги нам. Всем, что связано с юностью, с детством, мы обязаны учителям. Украинская народная песня «Ой на горе» исполняет ученик 6 Б-класса Кемалетдинов Назар, класс преподавателя Семенова Валерия Викторовича, концертмейстер Гизатуллина Нурия Фатиховна. Человек в своей жизни встает перед выбором профессии. Наши педагоги выбрали для себя эту дорогу и ни разу не усомнились в правильности своего выбора. Это люди, которые воспитали не одно поколение. Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год щедро раздавать его по кусочкам детям. И какой должна быть доброй, терпеливой и нестареющей душа. Камиль Сен-Санс, «Лебедь», исполняет ученица 6 Б-класса Семенова Майя,
класс преподавателя Киньятовой Лилии Галеевны, концертмейстер Нигматуллина Лилия Минуловна. Молодые, труд и радости с нами деля, наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Сил вы нам отдаете немало, и любви, несмотря ни на что. Как вы верите в нас, что, пожалуй, верить так не умеет никто. Дорогие учителя, для вас прозвучит песня «Некогда стареть учителям» в исполнении ученицы 5 Б-класса Зинуровой Сабины, класс преподавателя Белаловой Аллы Владимировны.
Кызым, шундай надлап, қарандын күлдеріме, үлмәтлік дүлдеттер халдын бәлекәс күрегіме. Құтылсы, нинде матур исім, кіші итіп хине әбірлей, тұрмыштың ұл күрішсігі ите, кізкейден күйе қабілдей. Бахти Гайсин, Чабаны, исполняет ученик 8 Б класса Гилазетдинов Айбулат, класс преподавателя Байрамгулова Нургали Сахиевича, концертмейстер Мужипов Руслан Рафикович. День учителя – это всенародный праздник, ведь все люди были учениками, и у каждого человека был учитель, без которого вся его дальнейшая жизнь могла бы состояться не так, и перед которым он в неоплатном долгу. Только с годами мы понимаем, сколько терпения, энергии и сил потратили наши педагоги, чтобы вырастить нас достойными людьми. Пусть осень на дворе уж целый месяц, сегодня вдруг повеяло весной. Цветы цветут сегодня в каждом сердце. Преподаватель, нынче праздник твой. Георг Фридрих Гендель, Престо, исполняет ученица 10 класса Рогова Валерия, класс преподавателя Лысенко Юрия Алексеевича. Thank you.
Писатель живет в своих произведениях, художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах, а учитель – в мыслях и поступках своих учеников. Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих наставников, учителей. Наши учителя, не зная усталости, обучают нас, передавая нам свои знания, делясь с нами своим жизненным опытом и отдавая теплоту своих сердец. Бах Гунов, Аве Мария исполняют Калимулин Денис и Абдульманов Динар, класс преподавателя Валеева Мунавара Анваровича, концертмейстер Ковалева Ирина Евгеньевна. Выведет на свет, укажет верный путь, чтоб шли по жизни прямо, даст мудрый, ненавязчивый совет. Учитель, как вторая мама. Долгих лет и успехов в работе пожелать вам все дети хотят. Пусть удачные долгие годы.
годы, вместе с птицами счастье летят. Олег Храмушин, наш учитель самый лучший, исполняет вокальный ансамбль, руководитель Юхина Марина Анатольевна, концертмейстер Галимова Альфия Флюровна. За ее долгую 75-летнюю историю работало большое количество замечательных учителей. Учителей с большой буквы. И в память о них прозвучит номер в исполнении заведующего отделом бедных духовых инструментов Хисамутдинова Флориса Винарисовича. Сергей Рахманинов, вокалист. Концертмейстер Ефремова Марина Юрьевна. Thank you.
ваш праздник, это ваш час. И мы от души поздравляем всех вас. Учимся в школе ценить мы добро, как победить грубость и зло. Сколько терпенья, ласки и сил в нас с тобой учитель вложил. Слова признания мы говорим и от души благодарим. Викторио Монти, Чардаш, исполняет Рахимгали Найдар. Класс преподавателя Фатыхова Анвара Фанильевича. Концертмейстер Гизатуллина Нурия Фатиховна. Мудрые, бескорыстные, дорогие наши учителя! Для вас звучит песня «Тапмактар» в исполнении Янбердиной Алии, класс преподавателя Валеевой Гузали Азатовны.
Профессия учителя очень сложная. Она требует от человека много терпения и понимания. Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная жизнь. Радость от успехов учеников, слезы от незаслуженной обиды, усталость от бесконечной суеты и второе дыхание от вовремя сказанного доброго слова. Шарль Гуно. Балетная музыка «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст», третья часть. Исполняет образцовый духовой оркестр гимназии «Уфимские фанфары». Художественный руководитель и дирижер Нигматзянов Фанзир Файзрахманович. Вечный огонь.
солист Назибуллин Мансур Мухаммед Назифович. Thank you.
традиционно в день учителя у нас в гимназии проводится день самоуправления, чтобы учителя снова почувствовали себя учениками. Так и в этом году учителя в составе 12 класса проучились этот день у своих же учеников. На этом наш концерт подошел к концу. Благодарим вас за внимание!